О-о-о! Кого я вижу? Собачка пришла. Нам не часто такие заходят. Ну что, что у нас такое? О, я думал, вы по колбасе больше, но если надо витамины, сделаем. Итак, я готов. Слушаю. Ага, апельсины. Отличный выбор. Сколько? Килограмм. Очень свежие, только с грядки. Норильский цитрус. Прямые поставки. Вкуснятина. Шикарный фрукт. Сам иногда закусываю. Вернее, ем. Сейчас сделаем. Кручу-верчу. Обмануть не хочу. Тем более четвероного друга. Я юнатом был в детстве. Да, да, собачка. Ровно килограмм. Что за кромах? 165. Как в аптеке? Ой, что за собачье волнение? Собачка, собачка, считать умеешь. Я что-то зарапортовался. Еще, конечно, не доложил чуть-чуть. Я очень уважаю животных, очень. Пара-пара-ра-ри-ра-ра-ра. В мире животных. Хорошая передача. Ну, держи в зубке, иди к папке, а то волнуется уже. Молодец. Папе с мамой привет. Надо же, какое умное животиночко. Пока, приходи еще. Он? Дядя! Мальчик, нельзя так пугать взрослых людей. Хорошо, не до смерти. Вы зачем мою собаку обманули? Какую? Вот эту? Эту. Тут другой нет. Мальчик, я и взрослых людей не обманываю. А уж младших наших братьев никогда. Укусить может, тем более. Может. А что касаемо сдачи, прошу прощения, немножко перепутал. Да при чем здесь сдача? Вы что собаки-то мои подсунули? Апельсины. А она у вас что просила? Мандарины! Яснее надо выражаться, дружок.